А как вы считаете, жизнь в Наурском районе изменилась? Да, изменилась в лучшую сторону. Например? Например, вот сзади нас парк обустроили все там. Да, детскую площадку сделали, скамейки поставили, где можно отдыхать, летом посидеть. Заасфальтировали полностью поселок, полностью. Два жилых дома построили, люди получили квартиры. Очень много, люди очень довольны. Хорошо, ничего не сделали. Вот это два корпуса сделали, больше ничего не сделали. Сделали парк красивый. Очень даже хороший, не знаю. Детям теперь ездить гулять? Детям и там качели есть, и все есть, не знаю. Ну, не очень все, как в городе, но все-таки лучше. Было пенсии, когда задерживали. Ну, сейчас пенсии платят нормально. С каждого 8 числа мы получаем, пенсионеры получают пенсию. В Знаурском районе функционирует водолечебница НЭВС, который 20 лет работал. Электричество было при помощи вот генераторов. И в течение 20 лет просили, чтобы свет провели туда. И вот единственный человек, который об этом позаботился, это Бибилов Анатолий Ильич. Провел электричество в водолечебницу. Жизнь лучше, в лучшую сторону повернула, конечно. Но газ надо, чтобы провели сюда газ. Потому что уже надо, чтобы лучше еще было. А что, до сих пор дровами топят? Да. Конечно, изменилось все в лучшую сторону. Дома построили людям, зарплаты повысили, пенсии повысили немножко. Но жизнь улучшилась. Но желательно было бы еще улучшить. Например? Например, добавить еще людям зарплаты, пенсии, это поднять пенсионерам. А я вот слышал, газа у вас здесь нет. Газа у нас нет, но Бибилов обещал, что будет. А раз он обещал, значит, будет газ.